Два человека погибли. Малолетний ребенок получил травмы в результате ДТП в Хасавюртовском районе. По предварительной информации, авария случилась из-за сердечного приступа водителя. Автомашина съехала с проезжей части и врезалась в дерево. Водителю было 77 лет. Он управлял машиной Audi 100. Мужчина скончался за рулем. Двух пассажиров, 28-летнюю женщину и ее годовалого ребенка с различными травмами, доставили в больницу Хасавюрта, где женщина и скончалась. Как уточнили в пресс-службе МВД республики, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все причины происшествия.